а думайте о прекрасном. Концентрируйтесь на положительных моментах. Говорите о хорошем. Смотрите на красивое. Совершайте добрые дела, и ваша жизнь преобразится. Берите швабру и изображайте бурную деятельность, что вы занимаетесь, этой генеральной уборкой уже несколько дней. Берите швабру и изображайте, что вы занимаетесь генеральной уборкой своей квартиры. Более эротически. Так, очень эротически. А то скоро муж придет с работы. Скажите ему, что вы занимаетесь уже второй день этой генеральной уборкой. И не надо раскидывать грязь по полу. Что это такое здесь? Что здесь опять напылилось? Короче, напылилось. Ну да, Татьяна Салмановна, вот это вот. Будете вот эту хренотень, короче, эту хренотень, короче, мыть? Что тут опять? Мыло, вот что это такое? Что это? Я вообще не поняла, а что это такое? Откуда эта хренотень-то? Со стороны я уж помыла все. А, это хренотень с бетона. Здесь покрашено, а здесь у меня вот это вот. Хренотень-то, бетон. Бетон, короче. Вот это. Если его умой, нет, будет вот это вот пылить, короче. Ну, сейчас я ручки помыла, сейчас я приду. Я такая оргазмическая. Ох, такая, занимаюсь несколько дней генеральной уборкой в моей квартире. Ох, это я так устала, это все передвигать, все это мыть, вообще передвигать все эти мебеля, короче, вот так вот. Уборочка, перестановочка. Ох, красота, обратите внимание. Ох, этот шикардос. Белье стираю, постельное белье стираю, обратите внимание. Ох, эти зеркала, это моя коллекция зеркал.
такая генеральная перестановочка, генеральная, супер генеральная. Ну, эксклюзив, супер эксклюзив. Да, вот зеркало нужно, заповесить зеркало, но хотела на кухню, там эта штука, дюбель не совсем крепкий, чтобы зеркало повесить. А что у нас еще такого интересненького? А? Что у нас еще такого интересненького? Просто эксклюзив. А, здесь такой полный шикардос эксклюзив. Обратите внимание, просто супер эксклюзив. Такая супер грандиозная перестановочка. Вот он дюбель, вон он там, в стеночке. Видите, это дюбель, как его, крючок. Обратите внимание, мои конфетки, карамель с помадкой, лимонная, неугомонная карамелька. Кофе, Роял, Сан-Доминго Роял, так что у меня кофе на миллиард уже сегодня был, как и вчера, кофе на миллиард, Роял Сан-Доминго, кстати, на конфетками, да, дорогие друзья. Это вот то, что я тут купила. Что-то из этого у меня было уже. То, что-то я купила в магазинчике Семи Шагов. Это вот кофе Роял. Вот майонезик, конфетки, нектарины, сливу, кетчуп. Так что вот горчицу, муку, кстати, по очень хорошей цене. И помидорки по очень хорошей цене. Так же, как и огурчики. 50 рублей килограмм. Вот такие вот дела. Это моя страница это ВКонтакте, Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфудин через дефис, моя страница. Ох, этот симорончик. Когда кто-то обнимает вас, вы позволяете себе подчиниться той любви, которую он окружает вас. Вы вступаете в священное пространство, мир вокруг вас исчезает. Барбара де Анжелес. Еще видео Натальи Борисовны Правдиной, которое загрузила с Ютуба. На мою страницу ВКонтакте, обратите внимание, полная луна. Полная луна – это время для чудес. Я никогда не забываю обязательно либо проговорить мантру для Луны. Здесь прекрасная мантра для денег, которую я недавно публикую. А кто мне скажет? Вот интересно, я первый раз вижу Наталью Борисовну Правдину, чтобы она как-то вот заснимала свои видео, или шот-видео, или вот какие-то такие в ванной. Обратите внимание, она сидит или там стоит, или присевшая на джакузи в ванной. Может быть, она имела в виду, это может какой-то тайный знак. Она говорит о волшебстве. Принять джакузи.
изучить немножко симаронский ритуал. Я так понимаю, что Наталья Борисовна Правдина, наверное, из симарончика. Смотрите, я загрузила вам еще симарончик. Такой денежный душ. Обратите внимание, и многое другое. Так что вот с вами я, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфутин.